Ну что, всем привет. Сегодня нет Тохи, сегодня есть я, сегодня есть много людей. У меня идея тренировки вообще появилась. Замечательно, какая? Треним стойку, переднивись, стойку, переднивись, пока не умрем. Андрюх, ты с нами? Треним стойку, переднивись, пока не умрем. Нет. Пока два раза не умрем. Нет, пока три раза не умрем. Ну ладно, значит, Ром, как твои успехи, скажи. Все хорошо. У нас план стойка переднивись, стойка переднивись. Я не умею переднись. Я не умею вести. Ну, научился. Да ладно, пошли тренить, хватит позарить. Смотри, руки всегда смотрят вперед. Ты не делаешь вот так вот стойку. Делай стойку, то есть что-то бывает. Вытянул плечи. Еще. Вот, вот так вот стоишь. Не надо вот так вот стоять, еще где. Вот, вот так стоишь. Руки вот так. Четко. Вроде руки прямые. Да, пресс напряг. Стоишь вот так. Еще, согнись. Прикинь, Сань, потом, вот, короче, фоткаться, строиться. Все на рука. Вот, вот так, короче, кисти, кисти вперед. Лицом к фотоаппарату или наоборот? Подушечки вправо. Ну вот, ну, так, примерно вот так, вот, вот так вот, внутренний вот, вот так, и прогибы бывают, это из-за растяжки плеч не хватает. Вот, теперь смотри. Давай! Торопливо отдавливай, напряги пресс, а ноги чуть-чуть отодвигай. Не, про, не прогибайся. Не прогибай. Ой, не. Осторожно. И не дерись. Так, с колена прям. Саня, пидор. Давно хотел бы сделать. Давно хотел бы сделать. Давно хотел бы сделать. Мы сейчас поможем. Сейчас поможем. Санька, иди. Тебя поймать? Не, я сейчас силой выйду. Давай. Сейчас турник погнет. Стоп, я боюсь просто назад. Ну, гори, я сюда. Все, ботинком в лицо. Все. Ну. А теперь отодвигайся. Еще баланс. Да, конечно, ешь вот тут. Могу поджиматься. У тебя плечи сильные, нормально. Че, искать баланс дальше? Нет, кстати, да, ищи. На фигу найдешь, мне проще тут его найти, чем у стены. Ладонями прям. Вот с расставленными ногами попробуем поймать баланс. Попробуй. Посмотреть? Да, смотри, давай, сойди давай. Сейчас, подожди, сейчас. Мы в этом там нарежем. Ты хочешь сказать, Тоха нарежет, да? Да, нарежет. Надеюсь, он нарежет, а не как то видео было. Вот. Вытяни руками. Вытяни руками. Спортфильда. Вот что ты? Иди, пожалуйста. Суперсетом, да? То есть стойка, передний вис. Да. Андрюх, гоу передний вис сделать. Тебе это попроще. Это любит просто начать, да? Да без проблем. Давай, покажи, как делала бабушка. Фигово она делала. Фигово? Передний виз она не делала? Ну, выше. Я попробую. Может, зелененькую достать? Это что за акробат? Нет. Пацаны уже забились в переднем висе. Даже с резинкой уже не получается. Все, давай, пока. А где подтягивание? Просто здесь. Пока просто здесь. Следующее упражнение мы не делаем. Подтягивание вот обычно. То есть фиксанул, а подтягивание. В общем, давай, он, Варя, давай, скажи. Я думаю, что он тут делает. Следующее упражнение у нас будет. Сейчас мы доделаем еще два подхода. У нас будет подтягивание с фиксацией верхней точкой на 90 градусов. И, наверное, внизу. Просто так подзабиться неторопливо.
будем делать, наверное, по секунд 5 или 10, да? Ну, где-то так, наверное. Мих, ты как думаешь? Я думаю, по 10 будет круто. Да, вот я тоже думаю, что по 10 будет жестко, потому что что-то спина вообще уже не работает. Ну, сегодня у нас какой-то день элементиков. Вы говорите, что мы не тренируем элементики. Этот день настал. Тянули, фиксанули на 10 секунд, опустили 90, фиксанули на 10. Потом так. Блин, я вообще смог. Сможешь, наверное? Давай. До конца с чего потянули? Да, и там фиксируешь на 10 секунд. Фиксанул. Подбородок не опускай. 7, 8, 9, 10. Это еще не 10 секунд. Когда это? 10, 10, 10. Все, можно 10, опустить. 10 секунд. Что значит все? Все, встал. Это еще не все. Сань, покажи. Там, тут, тут, повисли. Да, тут, потом снова поднимаешься тут, и потом тут, и все, 5 в 5. Десять секунд прошло. Десять секунд прошло. Он бы висел, тяжело ему было. Скелет бы сам себе вычитал. 10 секунд. Не-не-не, по турникам, Саня. Десять секунд. Давай, где ты сегодня? Сейчас буду делать. Я потягиваю. Все. Я выдох. Ну, вот, вот это... Круто. Ну, в общем, у нас никакая сегодня тренировка, ничего особенного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какая-то была скучная тренировка. Она не скучная была, не надо. Ладно, была не скучная, кто-то говорит, что она была не скучная. Ну, в общем, до встречи. Разучить клопок за спиной. Это подводящее упражнение к отжиманиям с хлопком за спиной? Да, да. Чтобы сразу не падать. Но мне кажется, надо хотя бы от упоров, вот от тех. Потом отсюда. Ну там можно регулировать, там можно... Ну да, на это... Еще, давай попробуем. Колени прям поставить. Колено на 30, да, вот так. Обязательно сила, может, такой. Такой стайл, это что? Колено прям, да? Нормально. Давайте, камера добавляет сил. Молодцы. Круто.